Ресурсный центр начал работу в апреле 2013-го в рамках социального партнерства Сочинского профессионального техникума и Сочинских электрических сетей. Его создание оказалось очень своевременным, ведь в нынешние времена профессия энергетика крайне востребована. В нашем городе не так достаточно технических вузов, которые готовят такого уровня профессионалов. Более того, у нас уже много выпускников этого лицея работают на предприятии в разных должностях, и тот базовый уровень знаний, который они в этом лицее приобретают, достаточно для того, чтобы люди, молодые люди, здесь сделали свою карьеру. На территории техникума есть даже полигон, который оборудовали сотрудники Кубанинерго. Здесь будущие специалисты на практике применяют полученные теоретические знания. Но не всегда учитель может ответить на те вопросы, которые с легкостью может решить профессионал. Именно поэтому было принято решение о проведении уроков специалистами. Наше предприятие достаточно большое. Более 1000 человек на нашем предприятии. Профессия энергетика, она очень ответственна, поскольку не терпит ошибок. Цель таких занятий – познакомить учеников с практической стороной будущей профессии, с различными аспектами деятельности энергетика и со спецификой работы предприятия, его различных служб и подразделений. Сегодня лекции студентам читали руководители оперативно-диспетчерской службы, отдела охраны труда, службы подстанции и службы кабельных линий. Для нас такие открытые уроки, и мы продолжать будем целую серию лекций для наших студентов, чтобы приходили реальные будущие их наставники на рабочих местах и обучали им их с профессии, которую они выбрали. Живое общение с профессиональными энергетиками позволит сблизить теорию и практику, а молодым специалистам открыть дорогу к профессиональному и карьерному росту. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.